Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Читаем Библию вместе с вами. Продолжаем читать книгу Исхода. Сегодня 24 главу читаем. И Моисею сказал он: «Взойди Господу там, ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос. И сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. В этой главе мы узнаем, как Моисей по слову Господню, по повелению Господа, пришел к народу и объявил им законы, которые Господь дал ему. Он записал в книге законы. И народ сказал, что да, мы будем слушать Господа. Все, что Он повелевает, будем исполнять. Моисей сделал жертвенник из 12 камней, принесли все сожжения и мирную жертву принесли Господу. Кровью жертвенной он окропил народ и сказал, что Господь заключил с вами завет. Это кровь завета. И эти законы нужно исполнять. Народ сказал, что будет исполнять. И вот по велению Господа Моисей и брат его Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейших Израилевых видели место, где Господь был. И увидели они
что это из чистого, как из чистого сапфира, как само небо ясное, красивое. Они не видели самого Господа, они видели место, где Господь был. И они не умерли, потому что Господь разрешил, Он их призвал на это место. И они ели и пили. Но дальше Господь сказал Моисею: «Зайди ко мне, и я дам тебе скрижали каменные, где будет написаны и закон, и заповеди». И встал Моисей, взял Иисуса, служителя своего, и Иисуса, и пошел на гору, куда повелел ему Господь, на гору Синай. А все остались, народ, и старейшины, и Аарон, и Ор, все остались с народом. И Моисей был 40 дней и 40 ночей на горе, беседовал с Господом. То есть Моисей настолько был избранным человеком, что он беседовал с Господом. Господь через него и вывел из рабства людей, израильтян, и вел по пустыне, давал разные чудеса, делал, чтобы люди могли и пить, и есть. В пустыне было дано и питание, и вода. И вот сейчас через Моисея он дает и заповеди, и законы. И снова теперь уже Моисей взошел на гору, чтобы беседовать с Господом. И, возможно, именно в это время Господь рассказал ему, как было происхождение мира, потому что именно он записал все то, что было раньше, что было и до него, и даже тогда, когда еще ничего не было. Вот кто мог записать это все? Только такой человек, как Моисей, который находился 40 дней и 40 ночей на горе с Господом. И он ему давал и законы, и заповеди. И, конечно же, он мог дать, и так считается, что именно Моисей и записал все, что было до сего времени. Так что люди всегда могут стать близкими Господу. И Он видит таких людей, избирает себе. А мы должны слушать пророков, книги, которые записаны ими. Вот мы сейчас читаем книгу «Исход», которая написана Моисеем. А Моисей слушал Господа. Все, что он ему говорил, он исполнял. Он шел туда, куда Господь его направлял. И не только сам, но весь народ свой он вел. Это так важно, когда есть такие люди, за кем можно идти, которые идут уже за Господом. Поэтому будем внимательны и идти за Господом. Спаси, Господи.